Здравствуйте. Мы приехали к магазину за мясом и заодно поиграть у моря. Ну и на сакуру посмотреть. Смотрите, какая красота. Красотища. もうちょっと近くだよ。Покажи народ. Народ есть. Народ-то? Да. Ну так мы уселись, где поменьше. Ну да. Ну тут море, соленый вроде воздух, безопасно. Нормально. Ой. Ну что ж ты бросил-то? А вы как? Да потихонечку сидим. И мы сидим. На воздухе. Жарко. Ис, не бросай. Сколько же градусов жарко-то? Ой, да на солнце все 25. С ветерах ну, жарко. Ну, прогревайтесь, прогревайтесь. Прогреваемся. Молодцы, хорошо. Когда домой-то поедете? Чего? Домой-то когда поедете? Да мы приехали только. Надо за мясом сходить. Купить. Морозилочку. Нос не вытирай, не помазала, вытираешь. А я не докоснулась ни до чего. Смотри у меня. Контроль, спец. О, да еще какой. Свой не три, смотри. Да я только лепешку тру и нос. Да? Ну, я тебе под запись как раз на YouTube выйдет, как ты лепешку трешь. Ой, хватит. У тебя видно идет сообщение, что YouTube? И немножко ой, в сторону, ой, а то лица твоего не видно. Ты что творишь-то? Какая лепешка-то? Лепешка-то это... Я... Жарила. Папа, запись ведется, запись ведется. Здравствуйте. Белый шарф проветрили? Белый шарф на балконе. Так. Несет. Ушел. Так, проветрил. А что ты ничего не слышишь? Не можешь. Мам, я тебя не вижу. Немножко камеру переставь. У тебя только пол лица. Если ты записываешь, зачем же ему говорить? Она чего? Не записывает. Где у нее камера? Не надо говорить. Ну, я запис... не могу, надо людей предупреждать. А то он там и лепешки вытирают, и разно всякое. Лепешки я пекла, я называю так оладушки. Чушки, у меня не лепешки, то их как, то оладушки, то заварушки называют. А, ну это да. То ляпки, то ну как. Да. И я так называю, ляпки. Ну рассказывай, как вы предотвращаете распространение коронавируса? Как мы? Очень легко. Затарились. Нам не страшен серый волк. Так. Вот так вот и живем.
Ну как ты, мам, расскажи, из больницы ты выписалась, по какой причине сбежал-то ты? И почему лежал в больнице-то? Нас всех пинком и выписали, лечить с дома. А там готовят под коронавирусных, да. Готовятся, все, комиссия была, проверили больница, больница подходит, а нас выписали. Ну, значит, вы не особо больные-то, я так вижу. Хотели прокапаться. Прокакаться или прокапаться? И прокакаться хотели, прокапаться. Вот прокапались, не докапались. Он мне звонил, главный говорит, я вам УЗИ подготовил, приходите. А я уходил уж домой. Я там не ночевала. Я тут же, вот тут. Там очень душно, жарко, я не ночевала. Ночевал дома с любимым супругом. Да. Лечил супруга от болезни тоже. Он у меня заболел. Ну и... А я говорю, не приеду я на УЗИ. Решайте. Если жив будем, я встретимся через полгода. Жив будем. Ну, я надеюсь, мы будем. Или как? Как ты думаешь-то? Как вселенная. Как вселенная. Ну, работать над выживанием надо. Ну, курить надо бросать, как я. Бери пример с матери. Я уже какой месяц не курю? Уж полгода, наверное. Все, забыла и не тянет. Хорошо тебе. Смеяться. Тебя мама родила, а меня родил папаша. Я мама на мельнице была. Да, надо. Бросать. А это, как всегда, пришел. Так, иди за Семой гляди. Пришел, ну, что? Иди. За мамой следить. Вдруг мама убежит куда. Нет, как всегда, пришел этот, ты говоришь, как всегда пришел. И сами. Подожди, он может упасть, телефон. Идет, ведется видеозапись. И я тут курю. Отойди, пожалуйста. Лен, ты стараешься, чтобы на тебя солнце не падало. А вот иногда... Запись, луч падает, и тебя не видно. Вон луч сбоку. От луча, от солнца. Вот так, вот. Где небо голубое? Вот. Вот. Это свитер ты связал сама? Нет. Мужской, кстати. У мужиков продавался. Ну, видим, мужики не купили, и я за полцены купила. Ну, ты все у мужиков покупаешь. Ну, ты меня уже не записываешь, да? Записываю, а как же? Пой песню-то ты хотела. А как ты меня видишь-то? Так и вижу. И себя показываешь, и меня... Да песню пой, что, надо распеться. А так, что, ни с того, ни с сего запою. Радости мало. Да. Заставили стариков сидеть дома. Ну и правильно. Правильно. А мы сейчас пойдем уже купим что-нибудь. А в какой магазин? А в какой магазин вы пойдете? Мам, ну ты знаешь магазины эти? Не пойму я никак. Не, ну далеко они от вас, я имел в виду. Да вот он сзади. Ну будьте осторожны, за детьми следи, чтобы за перил не цеплялись. Сакур цветет, ага. Прекрасно. Красота, да? Красота. Мне так нравится этот парк. Тюльпаны вовсю. А далеко сколько от вас вы на велосипеде ехали? Ой, да мы быстро, минут 15 мы приехали.
Ой, а Сёмка сзади, один он недвижимый у вас. Ой, Лен, покажи помедленнее, помедленнее красоту. Приблизь к тюльпан хоть к одному. Ой, парк какой. Тюльпан, приблизь, приблизь. Ой, красота какая. А глянь за мной-то. Ой, ой, ой. О, есть, говорит, хочу. Ну, пойдем мы, мать. И пить хочу, и есть хочу. А тут вы поедете домой, да? Да. Так ребятишка прогуляет 3 часика. Хорошо, молодец. Внимательно в магазине там, чтобы не касались ничего. Ну, есть спиртовой. Сейчас. Вон твои орлы летают. Где? Ага. Корсаки, корсаки, Лен. Вон он. Корсаки. А глянь, люди палатки даже берут, что ли, да? Да. На весь день. Не нам, Чжани, останавливаются-то. Ну все, Лен, до дома мы. Потом давайте. Верну. Счастливо. Господь с вами. Столько народу в магазине, чтоб стояли в кассу, я еще не видела. Ну все, люди походу допетрили, что надо закупаться. Но мы тоже так немножко. Сема молодец с ручками. Ручки не... Да. Народу очень много, а товара меньше становится.